Блин, это жесть какая-то! Я устал. Орать просто. Я люблю тебя, это здорово. Пела бы и пела, но тут такое творится. Это экстремальная кухня. Шоу, которое снимает маски с героев, надевая их им на глаза. Вызов принимает талантливый музыкант, участник Евровидения, один из самых сильных голосов России. Реально крутой певец. Айван. Снова тебя забываю. Лето уходит, последний день. Какой высокий. Ну, давай! Готово? Да. В этом мире я гость непрошенный. Отовсюду здесь веет холодом. Попивай. Не потерянный, но заброшенный. Да я побуду поклонницей. Я один на один с городом. Среди подлости и стяжательства и суда на расправу скорого есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя. Это здорово. Мы закончили наш концерт. Пока, казалось бы. О, нет, слушай, круто. А, побереги гитару, Айван. Да? Она тебе еще пригодится. Напоминаю, у тебя один час. Именно за один час ты должен успеть приготовить игровое блюдо. Что-то сложное Теплый будет? Салат с морепродуктами. У меня важный вопрос. Да? Мы это будем пробовать потом? И ты обязательно съешь ложечку за того, за сего и за ту. Все. А ты? А я что? Я буду наслаждаться. Айван, какой ты высокий. Ну, это еще выпрямись, я вообще до тебя не достану. Ой, спасибочки, спасибочки. Так. Блин, реально ничего не видно. Здрасте. Значит, да, Айван, потом ты будешь говорить, что я тебе чем-то должна помочь. Я надеваю на тебя фартук. Ты можешь... Боже ж, какой ты высокий. Оу. Ты точно когда-либо готовил что-нибудь? Я готовил теплый салат с морепродуктами, запеченными баклажанами. Что там было? Баклажанчик, помидорчик. И болгарский перец. Ну, собственно, и все. Ха! Да? Может, и правда победит, кто знает. У меня мурашки что-то пошли. Ой, это очень хорошо. Ребяточки, ой, какая прелесть, ой. Я включаю таймер. Так, время пошло. У нас такая традиция есть в программе. Почему ты все выше и выше? Мы всегда поздравляем людей, да, с успешным открытием нашей программы. Айван с нами! Ура! Что это было? Ва! Фак! Это не я. Ой, а время-то идет, дорогой. Да серьезно? Ищи помидорку. Находится помидор на дне одной. Можно мне сполоснуть руку хоть одну? А у тебя есть фартук, он прекрасен. Да? Ты можешь об него вытирать. Я что-то забыл про него. Да, он классный. Смотри, я вот так вытираю, и ничего, прям вытирается хорошо. Это что? Не знаю. Это не помидор. Ищешь помидор, он на дне. Блин, это жесть какая-то. Что такое? А почему ты убегаешь? Я нет. Не убегай, пожалуйста, будь тут. Ой, пошла руда. Господи, возьми, пожалуйста. А что это такое? Я не знаю, помидор. Ну, это твой стол, ты можешь положить. А, еще в этой? Да, давай. И в этой еще? И в этой еще. Вот оттуда как-то пахнет так себе. Это тебе показалось. Ай, блин, это что? Это бицепсы. Господи! Ой, зачем? Оно шипит! Зачем же мы в суе-то? Оно шипит. Ну, шипит. Фак! Ладно, поехали. Ну, давай, скорпиончик. Иди. Что такое?
Скорпиончик. Ты скорпиончик? Я, да. Ты скорпиончик. А там? А там что-то. Блин, ну она реально шипела. Не-не-не, это тебе показалось, это бывает. Да, 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 чуть-чуть осталось, молодец! Серьезно? Сказала бы я! Круглая! Проверяй! Я до сих пор, честно говоря... Да, ты ищешь помидоры. Можно пробовать? Можно, нужно. Не сломай зубы. Да куда уж там. Не сломай зубы. Кисленький. Это апельсин? Эх, жаль. Придется третью баночку разобрать, посмотреть, что находится на дне, и определиться уже. Что? Так может этот? Я не знаю. Мне кажется, что это какая-то стрёмная хрень. То, что ты достал в виде помидора. Да, да, да. Что шипит? Я не могу. Заатлантический. А, это что такое? Что-нибудь шипит? Это рука, да? Да. Какой ты, оказывается, страстный. Сам весь такой трубадур, романтик, волосы. Гитара. А на самом деле... Пип-пип-пип. Ну, это синяя мать, это все, ну, запикайте. Есть! Кто это? Пробуем. Это апельсин какой-то опять. Ну, надо же пробовать как-то. Спасибо. Кисленько? Да я не успел. Ну, ладно. Какой у тебя фартук классный, где взял? Да нормально. Это... Грейпфрут? Да. Нет, ну, поменьше, ну, вот цитрус. Цавайе. Осталось тебе определиться, где помидор. А я пока приготовлю тебе наши баночки для поиска. Еще нашел помидорчик. Ой, да. Привет, дружище. Да, ты ищешь баклажан. Опять в воде? И массажик тебе откуда, делают. Да? Слушай, у него есть крылья. Куда хочет, туда и так, летает. Так, у меня, я понял, у меня... Фейерверк! Подайте сюда салют! Ой, 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 как полетели! Ой-ой-ой, как хорошо! Самолет, самолет! Забери меня в полет! Знаешь, я пока расскажу историю! Пожалуйста! Историю расскажу! У меня, короче, когда свадьба была, у нас был там питон, жена танцевала с питоном. Ух, кстати, помогает! Жена танцевала с питоном, и, короче, этот питон... Что-то ты нашел! Давай отложим и проверим вторую банку. Давай отложим и проверим вторую банку. Да, давай отложим. Только коллекционирую, я потом... Да, давай, давай, давай. Дотронулась до меня? Да, дотронулась до тебя что-то. А, это был, значит, такой танец. Да, подарок, подарок. Подарок. А ты ей что подарил? Не помню. Не помню! Все забыл. Жизнь свою. Я ей жизнь подарил. Как ее зовут, жену? Алина. Уй! Алина. Что ж, тут сено рассыпано. Ничего личного. С питоном? Классная идея. А он желтый был или пятнистый? Я устал. Я устал! Да что? А что мы ищем? Что мы сейчас ищем? Баклажан, значит, ты говоришь, не боишься скорпионов, да? Отвратительная штукенция. И что, что отвратительная за звук? Штукенция. И что за звук? Какой звук? Фу, звук. И что за вкус? И что за вкус? О, бананы. Чё, ты испачкался? Я не знаю, я просто не понимаю, во что я испачкался. Ну, давай я тебя помою. Да, помыла. Это я умею. Так? Он не... Не, он не баклажан. Не-не-не, я просто банан хотел. А, ну поешь. Парень собирается нас покинуть на ход ноги. Ну, это красиво. А на дне баклажан. Да! Что это? Слушай, я вот пока сюда шел. Так. Я был так уверен, что вот мне это вообще ничего не страшно. Угу. Но я как бы не то чтобы я прям сильно. Что-то. Ну, короче, ладно. Это не баклажан. Что? Умный парень! Фух! И у него уже 15 минут прошло. Где твой баклажан? Ну, хочешь баклажан? Где же он?
Болгарский перец, болгарский перец. Болгарский перец. Где-то здесь болгарский перец. Вот он, вот он, вот он. Да, что такой это? Звук был. Звук пишете, да? У нас сурдоперевод исключительно. Да. Да. Давайте. Говорите друг другу комплименты. Перестань просто так кричать. Сам дурак. Это провод. Слушай, это просто провод. Провод от микрофона. Начинаешь меня подбешивать. О! Думаю, ее не расстрелять ли тебя? Опа! Опа! Айван! Это не перец. Как тебе? Как тебе у нас? Сдаешься? Нет! Ах, нет! Ах, нет! Он не сдается! Чем пахнет? Перец, да? Перец. Перец болгарский. Перец болгарский. Так, знаешь, я... что вообще происходит? Ай! Теплый салат с морепродуктами. Ну ты ж до дна-то не дошел. А что мы ищем? Я забыл. Перец? Маленький? Болгарский. А, это не то. Это не то. Ладно. Ты вроде к одной банке привык, тебе потом другую дают. Вторая, да. Ты сгорбился в три погибели. Ищет. Спокойно. Спокойно. Это красиво. Это красиво. Но это не совсем то. Вот тебе третья банка, перепроверяй. Привет! Ромашки. Скажи мне, на что это похоже по ощущениям? На сопли! Вот! Сопли? Это не я. Это вот все. Да, ну ты, кстати, тоже плюешься. Суть до дела. Долго ли, коротко ли? Да! Гад, осталось-то ведь еще у него много минут. Айван, ты что нашел? Цитрус. Опять цитрус. Пойди тут попробуй, не плюсь. А тебе не кажется, что перебор с цитрусами? Это аквариум, на дне которого находится и лимонный сок, и оливковое масло, необходимые тебе для соуса, для теплого салата с морепродуктами. Так я не рассказал, Ну давай, рассказывай. Он не кусает? А-а-а, уйди, блин. Так, и чего, значит, невеста, молодые супруги, свадьба. Она тоже у тебя высокая? Ну, пониже меня. Красивые, высокие люди. Короче, я люди. Пока... Вот, прям так хорошо. Девушка с питоном. Красивые, высокие люди. Свадьба, невеста. Вся такая вау-вау-вау. Короче, этот питон укусил моего гостя. Да ты что? В лицо. Как в лицо? Ну, в лицо. Вот. Ну, в лицо укусил. В лицо укусил? Укусил в лицо прямо. А как это произошло? Ну... Он что, пошел хлопать? А что мы ищем, я забыл? Лимонный сок и оливковое масло. Мадемуазель, не хотите ли? Нет, мадемуазель против. Как питона зовут? У них же имена есть какие-то? Да, Катя. Катя? Питон Катя? Питон Катя. Господи, боже мой, давайте О! Масло? Да. Отлично, мне не надо. Оставляю рядом с баклажанами и... Я сейчас оставлю рядом с баклажаном, придется потом по новой искать у тебя. Я понимаю. А питониха ушла куда-то или что-нибудь, блядь? Все, тут нет ничего больше. Ура! Он не боится питона! Он прекрасен! Все там не было, да? Кого не было? Ну, я все там достал. Лимонный сок найди. И будет тебе теплый салат с морепродуктами. Ну, там не было лимонного сока. Возвращаемся к основам. Лимонный сок точно был. Более того. Как он был? Я все перенюхал просто. Все, кроме... Не делай так. Ты быстро с другой стороны появляешься. Ты все перепробовал, кроме одного. Давайте искать дальше. А я тебе говорю, давай уже готовить. Давай уже готовить. А не помыть ли нам руки?
Значит, мой руки и находи всю посуду, которая тебе может понадобиться. Тебе понадобится что? Сковородочка, нож, доска. Как у бабули в деревне, у меня такой же. Ну, наконец-то! Но специально для тебя. Вода, надеюсь? Да, вода, надеюсь. Я убираю. Все, хорош. У тебя воду дома отключили, да? Не, нормально. Пожалуйста. Так что делать-то? А где нож, где доска? Я ж не знаю, где. Ну, где найди. А где его искать прям, да? Гад, какой гад, а. Куда идти-то? Ну, куда-нибудь. Так я не выйду, направить надо что-нибудь. Ножик, да? Ножик. Доска. И сковородочка. Я два возьму. Я думаю, одного достаточно. Сковородка, да? Взял? Хорошо. А что ты взял? Сковородку и нож. Прекрасно. Сковородку ты оставляешь на плите. А ты находишь то, на чем ты будешь резать овощи. Она называется доска. Что-то прям с тобой жарко. Да что-то я тоже вспотнул немного. Жарко. Ну все, вперед. Все, и нож есть, и пальцы есть, и доска есть. Отлично. Баклажан пошел. 24 минуты осталось. Нет ничего. И маленькая тележка. Баклажаны Айван порезал. Достаточно порезал. Я бы даже сказала, измельчил. Давай еще помидорчик и болгарский перец. И все это содержимое потом отправим в сковородку. А там дальше-то, слушай, плевое дело. Да. Лимонный сок ты нашел? Нашел. Оливковое масло ты нашел? Нашел. Угу. Тебе еще петрушечку? Вот было бы неплохо ножи заточить. Ты знаешь, мы бережем твои пальцы, Айван. Помидор. Ну, неплохо, ребят. Все, значит, ты здесь порезал. Да, все нарезал. Отправляй на сковородочку. Отправляй на сковородочку. Ну, неплохо. Да? Но далековато. Ну, уже теплее. Так. Хорошо. Да. Ощущаешь? Вот. Все, включай ее и продолжим. Я включаю еще? Ты включай ее, да. Все, включил. Молодец! Все включил. Он включил плиту. У него готовится основа для теплого салата с морепродуктами. Что дальше? Дорогой Айван. Дорогой дневник. На дне этого аквариума тебя ждет победа. Какашками, нет? Соус выглядит следующим образом. Лимонный сок, оливковое масло, петрушка. И настаивается. Потом этот соус добавляет... Ай, ты не надо лезть сковородку ко мне. С морепродуктами. Все. Теплый салат с морепродуктами готов. Страшнее всего, если со мной, знаешь, там где-то кто-то поздоровается за руку вот так вот. Отсюда, да? Привет. А что ты достал? Я нашел, что-то не то сделал, да? Ты что-то достал. Осталось понять, что. Укроп. И редиску. Будем делать окрошку. Чай. Пуэр. Что? Мы петрушку ищем. Петрушку. Только петрушку. Она только тут... только петрушка. Не петрушка это. Еще один пакетик. Можно пробовать? Угу. Ты ешь? Да. Мне вкусно. А тебе? Нет. Сплюнь три раза. А, трава, не то. Трава. Не, я знаю, вот лимонный, я был стопудово уверен. Да, я такой сейчас выйду, и такое вообще неинтересно будет со мной, потому что я вообще ничего не боюсь. А тут же можно, ты это понимаешь, да? Что? Ты подумал о том, что я не произнесла? Да. Что тут можно? Я надумал сейчас только пока вот петрушку искать. Рыбак ли ты, Айван? Ой, что? Ты такой? Рыбак ли ты? Ой, это черви были? Ну, я и спрашиваю, рыбак ли ты? Нет! Жаль. Очень-очень жаль. Точно черви? А то забрал бы домой червячочков. И было бы тебе неплохо. Да. Что происходит? Да я бы тебе хотел дать. Подержать!
Понимаю. Что мы ищем? Петрушку. Соль. Дайте соль. Айван хочет соль. А это не мука, нифига, что это такое? Хотел спросить, давно ли ты выздоровел? Ну, я тебя поздравляю, ты нашел перец. А нужен? А чё бы нет? Подперчи. Ай! Блин, ты чё, потрошитель, блин, пакетов, что ли? Давай сконцентрируемся. Что это? Я не знаю, что... Ай, да хватит, я тебя прошу, не кричи. Хорошо, не буду. Вот это да, казалось бы, такая мелочь, я да? Я найти просто не могу. Соль, а найти не можем. Серьезно? Вот серьезно, оно тут лежало все время? Да. Ура! У нас есть соль, перец и петрушка. Айван их нашел. Что мы делаем? Мы делаем соус. Делаем в фиалке соус. Ты смешиваешь лимонный сок на столе. И оливковое масло, и петрушку. А где фиалка-то? А, она где-то здесь. На каком столе, блядь? А вот у тебя здесь стол. И фиалка здесь. Где ты или где вот здесь? Где вот здесь. Ага. Молодец. Хорошо, идем. Итак... Ладно, делай в миске из петрушки и лимонного сока. Жаль, что ты не используешь оливковое масло. Ведь нас победит только тот, кто приготовит блюдо из заявленных ингредиентов. Оказывается, не все так страшно. Вот тебе и миска. Лью, да? Да! Достаточно. Оливковое масло. Вот оно. Быстро поднятое не считается упавшим. Понимаю тебя. Добавляешь оливковое масло. Молодец. Добавляешь петрушку. 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 Ничем не могу помочь. Сколько надо? Много. Петрушки много не бывает. Перец, соль. Это вот этот соль. Например. Так. Сколько? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Отлично. Морепродукты? Блин, ну чё? Это тут самая вообще жесть. Что, морепродукты? Ну, мне кажется, да. Слушай, или давай, может быть, соус мы уже добавим в твое блюдо? Ты можешь одной рукой держать миску, а другой чуть-чуть ориентироваться в пространстве. Ты уже помнишь по ощущениям. Я уже по запаху ощущаю. Да. Нет, вот это мусорное ведро, да? Какие? Вот, ты кого-то нашел. Все. Все? Я высыпаю? Ты высыпаешь. Значит, давай тогда найдем короля твоего блюда, товарища морепродукта. Ну, кто? Ну, кого я ищу? Какой морепродукт твое? Ты ищешь коктейль. А, коктейль, все. Ты ищешь коктейль. Какие-то яйца достал, мне... это не то. Мне не видно. Это не то. Могу я повернуть? Это не то. Идем дальше. Море. Ё-моё. Продукты. Уж. А я делаю... Рыба. Делаю тебе красиво. Не-н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 е. Я тебе реально делаю красиво. Он так дрыгает. Я достал? А что ты достал? Не знаю. Кто там? Я не знаю, как это. Фарш. Вот, морепродукт. Отлично, как ты это понял? По запаху. А на что похоже? На креветочки или на мидии? Ну, как форшмак какой-то, не знаю, с водорослями. Ну, не суть, куда его сувать? Сырой такой, да? Его сувать, как ты говоришь, в салат. Где он? Он в сковородочке. Ничего не изменилось. Ой, ну отлично. Ну, видели, что мне, оказалось? Мне получается, да. Посолить только надо, да? И главное, ушел. Куда ушел? Тихо. В мусорку. Ой! В мусорке время твое вышло. Салат будешь есть без соли. Ну ничего. Молоток! Молоток! Но не успел. Попробуй. Вот это вот? Это да. Это твой салат. Морепродуктами ты назвал водоросли. Как ты это делаешь, непонятно. Ты не за рулем? А это имеет значение после салата такого. Ух ты! Это я так порезал? Нет, оно было резаным. Ну посмотри, какая красота. Все это горит, так сказать, и пахнет.
Мощнейший голос России. Высокий, романтический, заботливый красавчик. Выдал мне, значит, блюдо. Неужели ты думаешь, что я это буду есть? Ну давай, за тебя. Молодец. Я пробовать должен, да? Пожалуйста, сделай одолжение. Да, конечно. Да. Это была экстремальная кухня. У Айвана были все шансы победить, но вы видели, подвела человека маленькая соль. Я ее даже сейчас не увижу. Красавчик.